явный пример, как вообще растут грибы, а именно рядовка тополевая. Приехал я на то место, где до этого собирал, и в итоге мы с тещей моей наткнулись. А выглядит это примерно так. То есть идешь вот вдоль посадки, где посажены зерновые культуры, идешь и натыкаешься вот на такие вещи. Грибница. Причем грибница растет вот так вот, вот она. То есть если вот сейчас смотреть, вот они грибы. Вот. Ну некоторые, конечно, червивые есть. Не спорю, но в основном вот натыкаешься, когда на такие грибницы. Вот они, грибочки. Тут я, конечно, уже подрезал. И вот такие вот рядовочки. Рядовка тополевая. Не червивая, ничего такого серенького цвета. Это я вот уже второй пакет собираю, потому что большое ведро было. Уже собрал. То есть видно, вот они вылазят. Вылазят из-под листвы. И так вот вдоль... Получается, всей посадки можно наткнуться на такие вот грибницы красивые. Сейчас вот срежу вот этот грибочек. Вот у нас что получается. То есть он целенький, свеженький, только вылез. Вот такой вот грибочек. Ну ладно, пойду дальше собирать.